Вы смотрите видео об отеле Потомк Парагон. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Потомк Парагон расположен в стране Таиланд в регионе Пхукет и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Расположен в северной части пляжа Потомк через дорогу, в 70 метрах от моря, в 1,5/1,9 км от центра ночных развлечений, Бангла Роуд и крупного торгового центра Джанду Цейлон 5 минут езды, 20-25 минут ходьбы, в 40 километрах от аэропорта Пхукета 45 минут езды. Территория гостиницы занимает 17 528 квадратных метров. На территории отеля имеется 4 ресторана, 1 бар, 1 конференц-зал до 120 персон, 1 открытый бассейн, спа-центр, прачечная, лифты, обслуживание номеров, сейф на ресепшн бесплатно, бизнес-центр, интернет-кафе платно, беспроводной интернет в лобби бесплатно, депозит в день заезда. В номерах есть кондиционер, ТВ-телефон, Wi-Fi бесплатно, душ, мини-бар, питьевая вода бесплатно, балкон, терраса. Номерной фонд отеля состоит из 95 делюкс, 53 квадратных метра, максимум 3 человек, 19 делюкс Pool Access, 53 квадратных метра, максимум 3 человек, прямой доступ к бассейну. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть Wi-Fi бесплатно, тренажерный зал, сауна, автобус, торговый центр Джанду Цейлон 3 раза в день. Также бесплатно доступны фитнес-центр, джакузи, пляжный волейбол, бильярд. За дополнительную плату имеется массаж, сауна, настольный теннис, боулинг. Для детей есть бассейн, игровая зона, детская кроватка, детские стульчики в ресторане, детское меню на завтрак, няня платно, через дорогу от отеля. Зонтики и шезлонги на пляже платно. Зонтики и шезлонги на муниципальных пляжах Пхукета не предоставляются по региональному закону о защите природы 2013 года. Пляжи доступны всем желающим для отдыха на собственно принесенных пляжных полотенцах, циновках, пледах и иных приспособлениях, не загрязняющих окружающую среду и портящих внешний вид территории бесплатно. Год постройки гостиницы – 2008. Год, когда был сделан последний ремонт – 2013. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.